Необузданные страсти, экстремальные шпагаты и эффектные представления. 12 петербургских красавиц зажгли весь зал на студенческом конкурсе красоты. В этом году перед девушками стояла сложная задача. Удивлять жюри пришлось не пышными формами и откровенными нарядами, а настоящими театральными талантами. И Татьяна решила всех шокировать своим перевоплощением. И у меня Васа Железнова, героиня книги Максима Горького. Почему такой колоритный герой? Ну, потому что она такая очень статная женщина, уверенная в себе. Помимо литературного дефиле, девушки показали творческие номера и собственные видеоработы на тему «Герой нашего времени». Не обошлось и без каверзных вопросов от ведущего. Я тебя прошу назвать кратко, быстро три главные причины, почему быть девушкой в 21 веке лучше, чем быть девушкой в 19. Многие конкурсантки уверены, чтобы справиться с волнением, необходимо ко всему относиться с юмором. Как оказалось, красотки часто шутят не впопад. У меня нет чувства юмора. Я могу посмеяться над собой, но так такого чувства юмора у меня, к сожалению, нет. И это очень плохо, но что поделать. Ой, вот анекдоты – это вообще не моя тема. Это максимум колобок зашел в баню, ой, забыл помыться. Ну а заветная корона досталась будущему медику Марии Бахматской.